Все-таки пока класс мой сказался. Вот мастер Фиде попался с довольно невысоким рейтингом. Ну, наверное, немало мало партий сыграно. Хотя, видите, довольно много сыграно партий. Баскет. Так. Ну, вот сейчас, наверное, повеселее будут партии. То мастер Фиде должен быть изобретательным шахматистом. Я постараюсь соответствовать уровню соперника. Ну, давайте так пока сыграем. Ну, видите, тут то же самое, видите. Тут пошла та же шарманка. То есть, наверное, какой-то Е4 проведет. Нет, пешечного меньшинства хочет. А3, Б4. Нет, пока так. Но у него слон похуже, конечно. Но типичная позиция. Конечно, мастера должны знать, как тут играть в шахматы. Вот он пытается Б4 провести. Я приветствую его на этом поле. Так, я его приветствую. Ну, давайте Ж6 сыграем. Дальше. Да, что-то Анатолий Смирнов, видимо, вообще не понимает русского языка. Вроде фамилия русская, русского языка не понимает. Такое случается. То есть отключить капслок это сложное дело, вы знаете. Непростое. Так, веду коня на c4, а4 сыграю, будет перевес. Будет жесткий перевес. Так, так. О, кстати, слон на e1 очень пригодился в этой ситуации. Видите, нет типичной комбинации с жертвой на h2. Ну хорошо, давайте тогда так. Там в случае размена я заберу пешка f, открою ладью. Пока что моя позиционная угроза сохраняется. Конь c4. Так, отскочил пешка под ударом. Ну что, можно, конечно, так пока. На b3 я заберу, и там еще нападение на вторую ладью. То есть, по идее, там конь a3 просто на b3 будет. А вот он подрывает. Это, кстати, интересное решение. Уже b3 там будет где-то подгораживать. Ну, пока что так. Ну, хорошо, пока так сыграем. На b3 я успею разменяться. Или хотя бы коня завести туда. Там он не выйдет, наверное, да? Ну, хорошо, ладно, забрал. Забрал. Что мне делать с этими слабостями? Интересный вопрос. Сюда. Кстати, у меня тоже подвисают пешки. Куча пешек подвисает. Но надо брать на b1 и играть слон b4. Вот как-то так. Правда, его ферзь там потом заедет. Но у меня линия f уже открылась. Может быть, не самым точным ходом я здесь его порадовал, да? Но пока держусь за слона, что я. Не могу разве этого сделать? Могу. c5 могу провести. Ферзь e1 как-то немножко, мне кажется, не то. Ну, а как-то ферзь a6, может быть. Зря он туда поставил. c5 потом забрал и так далее. Нет, ну нервирует. Анатолий Смирнов, я бы даже, наверное, не вспомнил про этот капс. Вы сразу начали на него обращать внимание, то я обратил. То есть, ну что-то не знаю. Меня не нервирует. Мне это, честно говоря, как бы это, но... Хотите выделиться, ради бога. Скажи, выделяйтесь как-то. Так, ну хорошо. Сюда. В принципе, если он ладья b1, я пешку могу забрать. Вот я если заберу пешку, там не опасно, кстати, будет. Я думаю, если я заберу пешку, пущу его ладью туда в огород к себе. Там парочку темпов надо будет потратить на выход. Ну, вроде бы ферзь у него не активный, поэтому я себе могу такое позволить. Там на c3 и на a1 будет все прикрыто, поэтому я спокойно стою на большой диагонали. Правда, еще один шаг у него в запасе имеется. У меня уже лишняя пешка, вот он хочет ферзя куда-то переставить, напал на ладью. Ну, давайте попробуем закрыть ладью. Или, может быть, подождите, а может быть ладья c1, то есть c4 тогда, с целью, вы поняли какой, да? Давайте ладья c4 пока. На шах ладьей я отскочу на h6, там все нормально. Пока грозит связка. Так, отскочил. И дальше ладья c1. Ну, надо ему как-то... Ага, вот он вышел. Так, вот он хочет мне мат поставить даже, да? Смотри, какой шустрый парень. Ну, давайте шах поставим пока. Еще один шах поставим. И ферзя на f6. Так, ферзя на f6. Я шахов не боюсь. И теперь хочу сам мат поставить. Ферзь d7, мат на f2. Ладья b2. А, нет, не получается ладья b2. Так, и теперь последний. Ну как, у него всегда есть размен ферзей, конечно. Я хотел бы пойти, конечно же, здесь ладья c2. И он вынужден меняться, да?
Ну, давайте. Пускай через F4, скорее всего, будет меняться. Да, вынужден меняться. И теперь в этом ладейнике я должен продемонстрировать рубинштейновский класс. Хотя тоже, да. Можно D4, конечно. И очень интересная позиция. Как-то прорваться ходом D4. Но тоже близко к ничьей, конечно. Если я имею лишнюю пешку в ладейнике, это еще ничего не значит. Если я А4 пойду, он прицепится к той. Сзади, потом сзади к той станет. Не знаю. Ладно, давайте D4 поактивнее сыграем. Интересно, что тут получится. Назад вернулся. Да, скорее всего, слишком много пешек разменяется. Ладно, давайте попробуем так. Защищать вряд ли он будет. Я заберу. Он заберет. Ну, вроде бы больше у меня, да? Нет, ребяточки. Я тут еще Рубинштейном побуду. Я тут еще побуду Рубинштейном. Эта позиция должна быть выигранной. Мне подсказывает мое чутье. Все, ну, вообще у меня есть. Так. Правда, вот это мне немножечко не нравится, что... Да, отрезан король. Что же мне делать-то, а? Давайте пока немножко постоим на месте. Я бы с удовольствием эти пешки разменял, но кто ж даст? Никто не даст. Ну, давайте шах пока поставим. Захватим пространство. Там у него матовых никаких идей нет, да? Пешка, если в же была, если поменять местами короля и пешку, то там есть идея. А так, в принципе, пока что никаких идей у него не наблюдается. Давайте пока так. Немножко подриблингуем. Туда-сюда, сюда-туда. Уже пешка на третьей линии, это уже не совсем то. Там можно перекинуть ее. Сейчас уже цифцванги пойдут. Сейчас, я понял. Сейчас теперь я ему на H7 отдам. Давай шах. Вот. А теперь брать нельзя, потому что будет вот такая вот финтиклюшечка. Он этого, видимо, не понял. И все. И все. Вот такие вот дела. Все-таки прав был доктор Тараш. Ладью надо ставить сзади проходной. Как чужой, так и своей. Вот такая партия.